Строили убежище, земляные покрытия. Попал я в артиллерийский полк. Мы вообще-то крошили именно такие бронированные колпаки. У нас сильная армия, красная армия. Лев Александрович, место рождения, село Патрокеевка, Архангельской области. Воинское звание, рядовой, должность, артиллерист. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии состоит с октября 1943 года. Варфоломеев Лев Александрович родился в Архангельске 22 сентября 1926 года. Отец был учителем, так, мама тоже была учительницей. Отец преподавал, так, вольфи историю, был директором одной из архангельских школ, а мама преподавала в младших классах. В этой школе будут учиться мальчики. С особой тщательностью готовят они военный кабинет. Внимание! Говорит Москва. Граждане и гражданки Советского Союза, без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В целом-то, конечно, хорошо, понимаю, ах, вот там фашисты, ах, там Гитлер, мы их одолеем, у нас сильная армия, красная армия. Так что остроты опасности, которая тоже тогда была, еще не была нами постигнута. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, накопить все средь советский народ. Когда началась война уже, тогда было введено и раздельное обучение. Так, мальчиков отдельно, девочек отдельно. Уже шла подготовка, да, с занятиями, с полевыми занятиями. Дальше знакомство с оружием. У девочек так, санитарная оборона, ухаживание за ранеными, вплоть до навещения госпиталей, которые были в Архангельске. Каждый день в госпиталь приходят общественницы. Они помогают медицинскому персоналу ухаживать за ранеными. Военруки из военнослужащих устраивали выезды в лагеря. Помню, у нас был такой, я учился 8-9 класс, 41-й, 42-й и 43-й год. Уезжали на Тургенев остров, так, люди там до палаточного так, ползание так, дальше, для того, что подготовка окопа и так далее, все эти уроки проходили. Молодежь готовится занять свое место в рядах Красной Армии. Изо дня в день она воспитывает в себе выносливость, смелость, ловкость и силу. Готов туда и оборонять, это общий значок, общий, по определенными нормами, допустим, так, требования. За 40 минут пробежать, прыгнуть в длину или в высоту. Так. Дальше вплоть до того, что уже стрелковое оружие. Так что нормы. Готов к труду и обороне СССР. ГТО.
программы физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях Союза СССР. Программа существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. С 1931 по 1941 год количество человек, сдавших нормы ГТО первой ступени, достигло 6 миллионов, а второй ступени более 100 тысяч человек. Благодаря комплексу ГТО миллионы советских людей получили навыки начальной военной подготовки. Это помогло им в годы Великой Отечественной войны в минимальные сроки овладеть военным делом. Архангельск, портом, куда приходили иностранцы, где была дальше сама по себе НАВ, военный флот, начались бомбежки Архангельска. Введение мер противовоздушной обороны. Так, светомаскировка, завешивали окна. Такая бумага, проект Крафта, бумага, темная бумага, пропитанная, которым завешивали окна. Когда идет воздушная волна от бомбы, то вот эти полоски бумаги, они помогают выдерживать. То есть их стекло, вот кристаллическое, оно вылетало. Дальше все, ящики с песком и так далее, особенно в подъездах. Ящик, набитый песком, так дальше лопата, а тут же и ведро, и багор. Если бомба упала, то были смельчаки, что просто бросались на эту бомбу с руками, ее выбрасывали. Бомбы-то были вот такие. Зажигательные бомбы особенно. Ну, а если разгорелось, то дело надо засыпать песком. Водой не зальёв. Граждане, помните, что тушение зажигательных бомб совершенно не опасно. Зажигательную бомбу вы можете потушить песком, землей, размолотой глиной. Советские патриоты, вас не запугает подлый враг. Боритесь с зажигательными бомбами. Берегите достояние любимой Родины! Началась мобилизация старших возрастов. Потом, через некоторое время, приход иностранных судов, союзников сюда, в Архангельске. Это тоже было нами понято. Появляются раненые. Часть школ заняли под госпитали. Полевой подвижной госпиталь является квалифицированным лечебным учреждением войсковой санитарной службы. Довольно быстро ввели карточную систему, так, по категориям. Сказать, что в Архангельске был совсем полный голод, этого нельзя. Как-никак через нас шла и помощь. Кое-что из этой помощи, которую дальше давали нам союзники, поступала и помощь живущим. Нормы-то были такие, что детям 400 граммов, постарше так, 600 граммов, рабочие на производстве килограмм 200 и так далее. Кроме хлеба, крупа, дальше нормы масла, сахара. Ну, довольно ограниченные нормы. Кстати, в школах, кроме того, что у нас, допустим, было 400 грамм паёк, но, тем не менее, у нас оставили горячее питание и 50 грамм хлеба еще. 50 грамм, вы можете представить, если все засварили. Строили убежище, земляные покрытия. Делали каркас из бревен, из досок. А сверху покрывали грунтом, землей. Детей, прежде всего, туда уводили. При налетах спускались к
кто-то за вас на наблюдение, если пожар возникнет, и чтобы его так устранять. Непокрытые огнезащитной краской деревянные сооружения легко воспламеняются и быстро сгорают. Берегите свои дома. Покрывайте деревянные части чердаков и покрытий огнезащитной краской. Эвакуированные прибывали из Питера, из Ленинграда. Находили место, давали место, квартиры, давали работу. Надо поставить еще и на продовольственный паёк. Понимаю, что не чуждые люди. Может быть, не поняв даже еще то, насколько им пришлось. Так, на всяком случае, их принимали как своих. Я уже начал учиться в 43-м году, так, в 10-м классе. Меня в октябре призвали в армию. Пришла повестка. Так, завтра. Так, ну, а завтра уже, наверное, призыв. Посмотрели его дальше, да, уже его шело. Прямо на Дальний Восток. Попал я в артиллерию, в артиллерийский полк. Как раз на эшелон попал. Дальше в учебные батареи. Я не в горле, а просто высели. Так, недалеко от реки Амур. Выселили так, там уже были готовые землянки. Дело в том, что там тоже были же. Их в это время уже отправляли на фронт. Да, эти землянки занимали мы, учебные батареи, где с нами, конечно, уже немного-немного втолковывали военную премудрость. Благодаря постоянной тренировке бойцы достигли четкости в работе. Они всегда готовы встретить врага. Но потом во время мы поставили уже просто бурдийный расчет. Снаряды, подноска снарядов и так далее. Тяжелые так, под 40 килограммов. Выстрелили дальше, подточки и так далее. Орудие пушка-гаубица 1938 года. Это наше было основное орудие нашего артиллерийского полка. 122-миллиметровая гаубица образца 1938 года М-30. Советская гаубица периода Второй мировой войны. Серийно выпускалась с 1939 по 1955 годы. До конца 1945 года было произведено 17 526 единиц техники М-30. Технические характеристики. Скорострельность орудия 5-6 выстрелов в минуту. Скорость транспортировки по шоссе до 50 км в час. Масса в походном положении 3100 кг. Масса в боевом положении 2500 кг. Численность боевого расчета 8 человек. Гаубицы М-30 использовались для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто расположенной живой силе противника, а также для разрушения вражеских полевых фортификационных сооружений. Орудийный расчет командира орудия, наводчик, помощник наводчика, так дальше заряжающие, подносчики, снарядов двое, калибр тяжелый. Бойцы батареи всегда на чеку. Все расчеты орудий в дивизионе совершенстве владеют сложными приборами для ведения артиллерийского огня. Я был подготовлен как разведчик-вычислитель должности. Привязка огня к экономичной цели. Это значит, надо было уже заранее определить позиции противника, рассчитать расстояние примерно до цели противника и определить направление огня. Артиллеристы готовят удар по огневым точкам. Форма, ой, вообще-то не шиковали, конечно, форма. Так, все, гимнастерка в летнее время, так, брюки, в зимнее время ватные брюки прошитые, так, стеганка, это, кроме гимнастерки, значит, одеваю фуфайку,
Ну, дальше шапка зимняя, обычная шапка с отворотами. Так, на ногах ботинки. В 44-м году, так, мы стояли на границах, так, причем было перемещение даже с района Благовещенского района Владивостока на Дальний Восток еще и в Е. Дело в том, что ведь в целом определенным противником должна быть Япония. Знамя японской военщины, знамя злодеев, чьи руки обогрены кровью дальневосточных партизан Хасана и Халкингола. 8 мая 1945 года в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Одержанная победа над Германией в мае 45 года, она сразу же изменила, так сказать, песня, сам по себе настрой. Так как же, в то время радио то же самое было. Наши родители, допустим, услышали, как, допустим, уже идет продвижение наших войск в Германии, как взят Берлин, это да, все это транслировалось. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны! Было в то время такое возбужденное состояние со все же. Победа за нами. Но нам предстоит еще закончить войну на Востоке. Это мы уже понимали. Восточный фронт у нас был, образовался еще предвоенные годы. Были стычки на озере Хасан, известные, Халхин-Гол, вот эти, и поздние. Провокации проводились. Япония захватила вот эту как раз Маньчжурию, так, то есть часть Китая, которая прилегает к территории нам, нашего Дальнего Востока. А у нас, значит, стоял Дальневосточный фронт даже с 1938 года. Войска были в таком полевом напряжении все время. Дальневосточный фронт так он считался в течение всей войны. Правда, потом уже, когда мы начали наступать, началась война с Японией, то было подразделение Дальневосточного фронта на первый Дальневосточный, второй Дальневосточный и Забайкальский. Три фронта. Основная масса войск Забайкальского фронта устремилась теперь вперед по маньчжурским полям на Чанчунь. В 45 году так наступали, форсировали Амур с тем, чтобы обеспечить пехоте и другим частям проезд по Амуру в летнее время. Переправу. Дальше сами переправились через Амур. Вот он, южный берег Амура, откуда много лет жадно глядели на нашу землю японские самураи. Брали осадой Устюнский укрепленный район, бронированный район, такие, понимаете. Они ведь задолго готовились к тому, не только к наступлению на Дальний Восток, на их, собственно, контратаки. Я был в артиллерии, понятно, так мы вообще-то крошили именно эти бронированные колпаки японских войск. Основные пограничные укрепленные районы были прорваны. Вот что осталось от подземных бетонных сооружений в районе станции «Пограничная», где японцы особенно яростно сопротивлялись. Разобрав этот район, мы выдвигались на Харбин. Русско-японская война была скоротечная. Так. В целом она продолжалась один месяц по существу.
По городам и селам Маньчжурии шла Красная Армия, солдаты великого советского народа. Да, только этим людям было по плечу разгромить в считанные дни миллионную армию японской агрессии и тем самым решить исход мировой войны на Востоке. С пленными, да, приходилось иметь дело. Когда разгромили, потом мы шли туда, и оставшихся японцев брали в плен. И передавали потом целые колонны, которые направляли дальше в лагеря военнопленных. У них было какое-то свое самоуправление даже у военнопленных. Какие-то были свои подразделения остаточные. Они были вооружены до зубов современным оружием и воспитаны в духе самого мрачного фанатизма. Невиданный по силе и стремительности удар Красной Армии поставил их на колени, сокрушив не только мощь японской армии, но и ее хваленный самурайский дух. Китайцев – это вот другой климат совсем, другое. Так, то, что они там занимаются, больше земледелием занимались, ну, каким-то рыбной ловлей на Амуре и на этих их реках, на озерах. Выращивание риса, выращивание так, сои. Сам-то виновата, говорит, я боюсь, что все, они были под каблуком японцев. Дома в основном, которые мы встречаем сельские, это были земляные, из земли сделанные, буквально из земляных кубиков, что ли. У нас все как-никак больше дерева в ходу, а у них больше его, эти строения были земляные. Оттуда, собственно, много такого лишнего не писал. Так, что-то произошло и так далее. Знакомых, если, допустим, вот то вместе призывались, то, конечно, сообщал, что все в порядке с ними. Я во мне прошу тебя, папаша, ты не болей ни сердцем, ни душой. Вернусь с победой я в семью большую нашу. На весь колхоз загарим пир большой. Пели еще, сувки пели, верно. Так, ну больше как-то все вот такие песни уже, которые были предписаны, воинские песни. Стоим на страже всегда-всегда. Есть и скафет, страна труда, и целым точным, даёв огон. Дальняя, восточная, растягивает, даёв отбор. Дальняя, восточная, смелее бой. И так далее. Самодеятельность моя была, декламации были отдельные, были такие довольно мастера, так что мы расскажут с интересом. На передовые позиции приехала бригада артистов. В суровые дни ожесточенных боев советские артисты посвящают свое искусство героическим защитникам Родины. Из сверстников, так надо просто перечислять, допустим. Ануфриев, Володя, погиб, так, Мигалкин, Глеб. Так, это мы такие сверстники. Годом старше, то особенно 24-25 годы рождения. Так, Ильин, так, Гранин, Валентин. Так, так, так. С нашего поколения примерно на год, на два старше, моложе. Вечная слава героям, павшим на поле боя, в борьбе за свободу и честь нашей Родины. Война – это беда. Да, конечно, обращаться к ним, к поколению. Нынешнему молодому, то, чтобы они все же любили свою родину, обязательно были патриотами.